Губернатор Олег Кожемяка вместе с супругой принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». В преддверии Нового года они осчастливят сразу 5 юных жителей Приморья. 9-летнего Артема с 7-летним братом Даниилом из города Артема, 15-летнего Александра с 9-летним братом Иваном из Владивостока и 4-летнюю Киру из Уссурийска. Тысячи детей будут охвачены вниманием. Это очень здорово. Это еще раз говорит о нашей большой приморской семье, об уважении друг к другу, значит, о том большом празднике, которым является Новый год, где Дед Мороз старается своим вниманием охватить всех детей с тем, чтобы было радостно и весело. Своими желаниями поделились ребята, которые особенно ждут чуда в предстоящие праздники. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети из семей участников СВО, дети из семей с низким уровнем дохода, а также дети, проживающие в новых регионах России. Иван, город Владивосток, ему 5 лет. Он мечтает о подарке-сюрпризе. Двойная ответственность, надо будет придумать, что было бы ему приятно. Ну, там вместе с ребятами подумаем, подарок сделаем хороший. Еще очень важно, у вас есть еще один мечтатель, это значит, что заявка семейная. В этой заявке, в этой семье двое детей, один из них мечтает о подарке-сюрпризе. А о чем мечтает второй ребенок из этой семьи, вам подскажут ребята из движения первых. Новогодние мечты исполняют представители органов власти, бизнес-сообщества, общественных организаций, депутаты и частные лица. Напомним, в текущем году акция «Елка желаний» проходит с 15 ноября до конца февраля 2024 года. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.